Твери на улице Шишкова водитель автомобиля ГАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении мотоциклу под управлением 17-летнего подростка. В результате удара двухколесная техника опрокинулась. С места аварии несовершеннолетнего бригадой скорой доставили в больницу. Двенадцатого марта во Дворце культуры «Пролетарка» прошло торжественное собрание в честь 145-летия уголовно-исполнительной системы России. Приветственный адрес губернатора Тверской области зачитал заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Лежников. Эффективная работа вашего ведомства сегодня особенно значима для укрепления комплексной безопасности, правопорядка и законности в нашем регионе и во всей стране. Демонстрируя высокий профессионализм, коллектив управления решает задачи по обеспечению принципа неотвратимости наказания за преступление, социальной адаптации и трудовой занятости осужденных, сокращение рецидивной преступности. В условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну учреждения уголовно-исполнительной системы Тверской области вносят вклад в обеспечение импорта независимости России, участвуют в выпуске востребованной продукции. Среди почетных гостей главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, заместитель председателя законодательного собрания региона Юрий Циберганов, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители правоохранительных структур и общественных организаций, начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Александр Кузьмин поздравил сотрудников и ветеранов УИС с праздником. Уголовно-исполнительная система играет важную роль в структуре правоохранительных органов государства. Профессионализм, дисциплинированность, верность присяге и полная самоотдача по-прежнему является отличительным качеством сотрудников уголовно-исполнительной системы. Коллектив УФСИН России по Тверской области всегда достойно справлялся со своими обязанностями. Его сотрудники из года в год вносят большой вклад в поддержание социальной стабильности и обеспечение правопорядка на территории области. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы и укрепление правопорядка сотрудникам УФСИН вручены ведомственные награды, а также награды губернатора, главного федерального инспектора по Тверской области, областного законодательного собрания, главы города и Тверской епархии. В этот же день в фойе Дворца культуры проходила выставка продукции всех исправительных учреждений УФСИН. Представлены образцы швейной продукции, изделий металлообработки и деревообработки, разнообразные сувениры.